Здорово, салаги! С вами по-прежнему Брейн, и сегодня мы играем Five Nights in Minecraft. На удивление-то, у нас возобновляется рубрика пародий различных модов, которые бывают вообще во вселенной ФНАФа. Ну что ж, я уже вижу наших старых друзей, вижу Чику, вижу Бонни, вижу Фредди. Нету только Фокси, естественно, для полноты картины, так сказать. Ну что ж, поехали, вот такая вот у нас модификация. А сделал ее Иван Джи, по-моему, или Джи, или шестерочка, не знаю, что там у нас написано. Поехали, друзья, давайте смотреть. По-прежнему открывается пиццерия. Мы с вами идем на ставку 100 баксов в неделю и 50 центов. 50, мать его, цент. Окей, меня устраивает, хорошо, я готов. И мы работали, в принципе, с вами ранее и за более скромные деньжата. Но, тем не менее, первая ночь, поехали. Так, нажмите Ctrl, чтобы юзать фонарик. Хорошо. Так, это знаете, что у нас? Это у нас Five Nights at Freddy's 2, практически. Hello! Hello! Какой классный квадратный вентилятор, знаете? В семье, в которой не было телевизора, все смотрели вентилятор. Я помню этот бородатый анекдот, еще из глубокого детства. А, так, подожди, тихо, тихо. Ага, вот оно что. Смотри, какая квадратноголовая у нас чикулька-то. Дружок, ты бы это самое, shut up your boxes, чтобы мы могли нормально слушать. Чё-то я нихера. Вау. О, подожди, подожди, точно. О, за это самое, заводится. Ты смотри. Ты-то моя радость, я уже думал, все. Финита ля комедия, что это за говно? Там какие-то руки, я подумал, это Слендер. Так, тут ничего. Тут тоже чисто. А вот и наши друзья, смотрите, это старые аниматроники. Аниматроники кубические, я бы даже сказал, да? О, господи, что только не придумают. Довольно забавно. Так, давайте вернемся. Тихо. По идее, сейчас должен появиться Фокси, он же появляется. Может, не в первую ночь? Обычно его... Тихо, тихо, друг мой, не спеши ты так. Обычно Фокси появляется и в первую ночь, и во вторую, но со второй начиная, он уже агрится конкретно. Тихо. Так, пошла жара. А, вы заметили, что нет звука, когда мы заводим музыкальную шкатулку? Не играет мелодия. Так, вентиляция вроде чистая. Смотрим. Это практически полный клон именно... Второй части только сделано под Майнкрафт. Я, честно говоря, думал, что это будет уникальное, но вроде пока все то же самое. Так, это, конечно, прикольно. Респект разработчику за таких забавных аниматроников. Я думаю, что как раз после этого видео пойдут арты на эту тему. Потому что удивительно, да, что Майнкрафт очень популярное направление на Ютубе и вообще, в принципе, в мире. И до сих пор мы ни разу не обозрели это дело. О, наши друзья, смотри, какие красавцы. Какой-то он совсем портый. Он кажется мне немножко толще, чем обычно. Так, давай быстрее. Слушайте, телефонный парень очень любит потрындеть, я смотрю. Как какая-нибудь, знаете, отпетая домохозяйка. Тут ничего у нас. А у меня практически села батарейка. А прошло-то всего лишь 12 час, 2 часа сугубо. Я считаю, что это полный аврал, друзья мои хорошие. Слушай, друг, ты когда-нибудь заткнешься, мать твою? Заткнись! Заткни свою хавала! Пожалуйста! Здесь говорю только я. А пугать меня могут только они. Ну, в смысле, аниматроники. Такс. Слушайте, да ёпта, остановись. А Золотой Фредди давайте посмотрим. Фокси, Чика, Бонни и Фредди. Вот, вся наша так называемая пиздобратья собралась прямо у меня на столе. Это классные игрушки, между прочим. Я не фанат Майнкрафта, но таких бы ребяток я бы себе, конечно, займить хотел. Шкатулка, ты, пожалуйста, так не шути со мной, не надо. Это гиблая затея. А, слушай, так что, подожди, мы можем делать тут? О, мелодия появилась! Ёпты! Тыц-тыц! О, подожди, тут еще и маска Фредди у нас есть. Точно, точно, хорошо, хоть не токсичное дерьмо это. Ну ладно. Я так понимаю, что никто, видимо, не собирается нас убивать, пугать сегодня. Мы спокойно с вами просидим, полюбуемся. А вы можете в комментариях написать, да не это самое, не верти ты своим аклобаном. А какой из этих прекрасных, чудо-няшных аниматроников в виде Майнкрафта, кто вам нравится больше? Честно, так если посмотреть, довольно забавен Бонни, да?
Чё у него в лапках там? Это гитара, видимо, да? Воу, тихо, тихо. И чика вроде довольно няшная. По уровню милоты я бы дал где-то девяточку из десяти, да? Фредди какой-то совсем потерянный. Типа, чё я тут забыл среди этих грёбаных аниматроников? А вот Фокси... Вообще, Фокси мне очень нравится именно в оригинальной серии FNAF, и нравится, естественно, новая Чика. Как раз недавно был арт, я его разместил у себя на стенке на странице ВКонтакте, за что большое спасибо, что рисуете. Действительно, очень классно. Золотого Фредди я не помню, мы с вами вроде как не видали его. Тут спокойно. Я не буду использовать фонарик, давайте так попробуем. Посмотрим. Так вот, мелодия периодически появляется. Прикольно. Что можно сказать касательно этого мода? В принципе, парень молодец. Ну, естественно, разработчик. Несмотря на то, что оригинального здесь как бы именно своих идей наработок как бы нет. Это все позаимствовано из второй части Five Nights. Ну, посмотреть, как бы это смотрелось в пиксельном мире, я думаю, прикольно. Чё-то никто не спешит, я смотрю. Ну, как мы знаем, в том же Five Nights at Freddy's 3, вот последнюю, которую мы проходили, первая ночь, это была, в принципе, как, знаете, курорт в Майами. Не хватало только цыпочек и какого-нибудь вкусного мохито, потому что никто нас не трогал. Если бы такая работа была всегда, то, я думаю, все бы так пахали, как наш дружбанчик. Я забыл, к сожалению, как нас зовут. Фиджеральд или Фицджеральдс какой-то там, что-то такое. Тун-трун-ту-ту-тун-тун. О, у меня закончился фонарик. Печалька. Так, смотри, какой у него большой продолговатый. Ну, в смысле, микрофон в руках. О чем вы подумали? Давай, родной, еще два часика, и мы с тобой будем победителями по жизни. Тру-ту-ту. Даже звуки взяты из оригинальной игры. Такой интересный момент. Где-то я читал, что в принципе... Так, убери, пожалуйста. Воу-воу-воу-воу-воу! Какие люди в Голливуде! Вот это было эпично. Только я думал, что появится какой-то звук, или хотя бы меня предупредят, что придет. Бонни напугать меня захочет. А может быть, это вовсе не игрушки, а маленькие дети у нас на столе. Настоящих аниматроников. И они думают, что мы их забрали у них. И хотят вернуть их обратно. Я знаю, что иногда гениальные мысли посещают мою так называемую голову. Быстрее, быстрее, мать твою! Вот так вот. Не кипятись, броняш, все будет норм. Готово. Друг мой, если ты будешь появляться без звука, то я не смогу так эпично пугаться, как обычно. А, фонарика у нас нет. Был фонарик, нет фонарика. Поминай, как звали. Блин, ну Чика, конечно, с квадратной башкой это... Это просто жесть. Прикольно Фредди получился. Знаете, что ему не хватает? Ему не хватает глаз, которые бы светились тусклым таким зеленым светом. Было бы классно, реально. Вентилятор. Что можно сказать про вентилятор? Я думаю, что ничего. Хотя где-то я читал или смотрел, ходили какие-то слухи, что вентилятор — это какой-то там убийца или что-то такое. То есть замутили вообще полную ахинею, на самом деле. Так, открывайся. Открывайся, мать твою! Остается, в принципе, последний час, и сейчас мы глянем, что и как. В принципе, старые аниматроники, насколько я помню, появлялись где-то с третьей или со второй ночи, да, именно так, пугать конкретно. В главном проходе никого нет. По идее, если бы у меня сейчас закончилась в оригинальной игре так зарядка, то Фокси меня бы, естественно, поймал уже. Но не тут-то было, мы живем с вами и радуемся жизнью. «Селебрейт!» нам пишут. «Празднуй, мать его, и отмечай!» О, да. О, да. Вот такие вот пироги. Я не могу понять, нахера тебе, друг, монитор, как кубики, знаете, как в детстве складывают кубики друг на дружку. Он так сложил мониторы. Так, открывайся, 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 сука. Вот так вот. Чух, чух, заводим потихонечку. Так, закрывай. Вот. Я предлагаю пока посмотреть камеру. Да что ж ты... Игрушка в маленьком окошке, вот в чем проблема. О, Чикулька, что ж ты стоишь-то? Стоит себе что-то, канифолит там. А здесь камеры я не вижу. Увы, у меня, к сожалению, не показывает. Эх, печаль, беда, друзья мои хорошие. О, это ж вентиляция справа, твою мать. Так, надо срочно опять напиаль на себя. Малорик. Он вентиляции, давайте проверим. Да уберишь ты.
увидели, что он находился в вентиляции. А так как я ни херашечки не слышу, то впал... Пожалуйста, открой ее. Готово. Уже, в принципе, должно быть как бы 6 часов. Так, убираем и... Бюро. Ох, как я вовремя успел, ублюдок! Я знаю, у меня уже тактика своя есть. Он пропал. А, уважаемый разработчик, если ты посмотришь это видео, пожалуйста, сделай в следующей части звуки аниматроникам. Ведь это не только тактичная и страшная игрушка. Здесь надо слушать. Вот мы с вами дослушались. 6 часов, друзья, мы прошли первую ночь и вроде как выжили. Мы пережили с вами 2 атаки Бонни. И, в принципе, все. Ничего такого страшного не было. Спасибо, что поиграл в мою замечательную игрушку. Но на данный момент имеется только одна ночь. В будущем я обещаю, что добавлю также и новые ночи. Ну, спасибо. Я думаю, что мы поддержим автора. Ссылочка будет под описанием у нас. Качайте, смотрите и будем ждать продолжения. С вами был Брейн. Всего хорошего. Пока-пока.